середина августа. Я буду пересаживать с такого маленького рассадничка свои каменные розы молодила. Они уже попускали деток. Потому что когда я их приобрела, я еще строила ракари, делала все это. И отдельно пересадила их в такой, ну, маленький как бы детский садик. Уже другие растения пересадила. И сейчас я вижу, что им тут, конечно, солнышко мало. И немножко не та почва, мало песочка. И я пересаживаю их. Откопала я половину своих молодил. Как видно, очень красивая корневая система. Но вот в той земле, где они у меня росли, я хоть их песок кидала и разбавляла, все равно для них это, как бы сказать, жируют они здесь. Потому что они нужны... Для молодил нужна песчаная почва, камушки мелкие. Ну и тут я уже подготовила грунт, более подходящий. Тут песочек есть, земля, торфы, камушки разные-разные. Это уже такая в завершающем этапе горочка альпийская. Ракари, тут разных-разных растений много, так как она еще молоденькая. Много растений еще не маленькие. Ну, постепенно, это месяца 2-3 горочки, и кустарнички здесь есть, и разные многолетники, и однолетники. И вон на камушках сейчас будет посажено молодило. Горочка такая ракари создана своими руками. Так, ну и вот на этом месте я буду сейчас их сажать. Сейчас я покажу поближе. Вот самый большой кустик уже с детками. Красивый такой кустик. И не сильно хочу землю обдувать, чтобы они аккуратненько прижились все. Вот такие разноцветные. И практически у каждого есть деточки. Покупала я в Украине через Facebook. Если кому интересно, могу скинуть. В описании будет ссылочка на продавца. Такие вот по 10 гривен я брала. Цена вообще очень понравилась, мне хорошая. Доставочка была, хотя я летом покупала, но все хорошо упаковано. Все доехало, и как видите, уже все у меня красиво прижилось. И сейчас я буду делать посадочку. Мои молодила уже на горочке, заняли свое место. В хорошем грунте, в красивом окружении, и будут разрастаться. Спасибо продавцу за хорошую рассаду молодила. Вот, вот так. И осталось немножко потом поставить маленьких камушек, каких-то гальку. У нас тут чернозем, камней нету. Песок тоже мешает в землю. Ну, вот так. Хочу показать свои каменные розы. Они еще... Только-только недавно приехали, 2 дня в земельке. Очень хорошо была посылочка доставлена, все корешочки очень хорошо завернуты. Тут еще есть другие почвопокровные растения. Они пока растут у меня на временном месте. Следующие, тут не хватает им песочка. Песочек я потом буду уже на постоянном месте досыпать. Вот такие все хорошие почвопокровнички. Кто еще интересуется такими малышами на альпийские горки, на ракарии, можете зайти по ссылочке посмотреть. Мне понравились и сами цветочки, и цена у них хорошая, и классно упакованы, доставлены были быстро. Так что вот такие у меня есть малыши.